20 метров в высоту. Вчера на главной площади города начался монтаж главного атрибута Нового года – елки. Первым делом сотрудники Центра по благоустройству и озеленению поставили железную конструкцию весом 3 тонны. Следующий этап – монтаж самих веток. В дальнейшем завтра будут здесь монтировать свои гирлянды ульгэс. После монтажа кластеров мы будем производить украшения данной елки новогодней игрушкой. Официальное открытие елки на Соборной запланировано на 22 декабря. Одновременно гирлянды загорятся на всех елках города и области. В этот день уже запланированы парады снегурочек и Дедов Морозов. В рамках проекта «Зимний венец» приглашаю всех жителей и гостей города посетить открытие новогодних елок во всех парках города. Соборную площадь планируют поделить на тематические зоны. По задумке организаторов, в одном месте можно будет покататься на коньках, сходить на новогоднюю ярмарку и зайти в гости к Деду Морозу. Как и в прошлом году, площадь украсит ажурный шар, световой потолок из гирлянд и световые арки. Не обойдется и без символа 2019 года – поросенка. Праздничные мероприятия будут посвящены 370-летию Симбирска-Ульяновска и предстоящему году театра в России.